Подключаем к эфиру Геннадия Гудкова, экс-депутат Госдумы Российской Федерации, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Здравствуйте. Добрый вечер, Геннадий Владимирович. Да, я приветствую вас и всех наших зрителей. Хотелось бы с вами поговорить на тему Пригожина. Пригожин, как выяснилось, благодаря своим структурам, заработал на госконтрактах 1 триллион 700 миллиардов рублей. И это больше, чем власти России тратят в год на здравоохранение, образование и другие социальные цели. Вот это партнерство Пригожина и его структур с властью, лично с Путиным. И то, что мы видим сейчас, происходящее в России на официальных каналах, федеральных, Пригожина разоблачают, он теперь совсем не друг. Раньше было по-другому, при этом Пригожину какую-то часть денег, несколько миллиардов, которые изъяли в его центре, вроде вернули, бы уже да. Вернули. И мы видим, что особых каких-то репрессий против Пригожина и ЧВК «Вагнер» Путин не начинал, ну или не начал. Или, возможно, мы о них еще не знаем. Что происходит? Получается, отпустил своего бизнес-партнера Путин? Как они так договорились? Как вы думаете? Ну, там, конечно, все цифры сейчас, они выглядят, конечно, огромными. Но надо понимать, что это на содержание «Вагнера» тратилось в год 2 миллиарда примерно долларов. Ну, грубо говоря, 200 по нынешнему курсу, там, 180, там, около 200 миллиардов рублей к сегодняшнему курсу. Таким образом, если мы берем содержание «Вагнера» за какое-то количество лет, то получается, что там достаточно большие деньги тратились на его содержание различными способами, как из бюджета, так и из доходов, прибыли и так далее. Конечно, Пригожин не бедный человек, конечно, он вор, конечно, он коррупционер, конечно, он человек, так сказать, там, не упустивший своего, не пронесший украденного мимо кармана. Но это цифры, которые, ну, там, они итог в общей сложности. Ну, что я могу сказать? Видимо, он обладает какой-то информацией, которая не хотят, чтобы она попадала куда-то, чтобы она, наверное, куда-то была, где-то была, всплыла, обнародовалась, попала бы в прессу, был бы слив этой информации. Я по-другому не могу иначе объяснить вот эту вот лояльность Путина к Кадырову, к этому, к Пригожину. Вот, поэтому, видимо, договоренность такая, что ты молчишь, делаешь вид, что ничего не произошло, мы уничтожаем «Вагнера», мы это делаем, но тебе сохраняем там твой капитал, твою жизнь, и ты будешь вот у нас сейчас выполнять такие задачи. Но я не исключаю, что такая договоренность есть, и ущерб от опубликования какой-то информации, каких-то тайн, или, возможно, там какие-то активы, которые хранит вот самые кремлевские верхушки Пригожин, предположим, в Африке, они перевешивают желание его укокошить. Я этого не исключаю. Кстати говоря, я предполагал, что единственное, что может помочь Пригожину, это обладание какой-то уникальной информацией, затрагивающей интересы самого Путина и его ближайшего окружения. Элементом договоренности между Путиным и Пригожиным может быть Лукашенко. Для сдерживания его в Беларусь отправляется «Вагнер», например. Да ладно, что вы, господи, я думаю. Лукашенко и так является заложником ситуации. Путин может его, так сказать, все что угодно с ним сделать, только проблема одна, его неким заменить. Лукашенко это очень хорошо понимает. Поэтому там, как говорится, товарищи по несчастью. Путин бы давно там насыпал бы новичка в трусы, этому Лукашенко или куда-то еще, там помазал бы все ручки, на которые он касался. Просто неким заменить. Просто нет ни одной фигуры, которая способна даже при слабой поддержке Путина удерживать власть. Так, главным виновником пока на сегодняшний день называется Суровикин. Да? Похоже, что все шишки падают на него. Появляется ряд информации о том, что генералитет начинает зачищаться, и это люди, близкие к Суровикину. Как вы считаете, есть ли какая-то логика вот в происходящем? Путин силовиков усмирит вот такими вот своими решениями? Путин не будет сейчас никаких принимать радикальных решений. Он может по частному случаю действовать. Ну да, по этому бунту. Не до бунту или не до мятежу Вагнера. Но в целом он сейчас не будет дергаться. Уж извините, перехожу на непарламентские народные выражения. Потому что оно себе дороже. Кому-то еще отвечать за войну. Кого-то еще надо делать виноватым. Кого-то надо назначать козлом отпущения.
кого назначать. Если сейчас жестко начать рубить с плеча, как говорится, других писателей, других генералов у него нет. Но пока идет война, значит, он будет на них полагаться. Он не будет их сильно трогать. Он не будет с ними разбираться. Он не будет плодить панику там и так далее. Знаете, как в анекдоте? Почему, говорит, генерал не бегает? Знаете этот анекдот, нет? В мирное время и смех. В мирное время бег генерал. Если генерал бежит, это вызывает смех, а военная панику. Вот чтобы не было паники, Путин не будет сейчас трогать генералов, зачищать их и прочее, 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 чтобы не вызвать волну паники. Поэтому он будет вести себя в этом смысле рационально. К тому же генералы представляют для него опасность. И если он там перегнет палку, то ну, могут всякие быть фокусы. Конечно, вряд ли это будет какой-нибудь военный поход на Москву, как это делал Пригожин. Но вариантов много. Варианты могут быть разные. Поэтому я не думаю, что Путин будет испытывать судьбу сейчас. Вот когда там встанет выбор либо генерала, либо Путин, кого-то надо будет предать анафеме и сжечь на костре ритуальным, там еще может Путин пожертвовать генералами, но не сейчас. Но не делает ли он ошибку, не совершает ли ошибку? Вот «Нью-Йорк Таймс» говорят, что вот эти попытки Путина купить лояльность силовиков, они закончатся обратным эффектом для него, новыми бунтами, ну, попытками бунта и переворота. Ну, хорошо, пусть совершает. Вероятность Путин этого действительно высока? Ключевую ошибку он совершил давно. А вообще он совершил ее в 11-м, в конце 11-го, начало 12-го года, когда отказался мирными способами регулировать политический кризис и пустить страну по нормальному пути. Мы ему предлагали, были переговоры. Но он же отказался, он сказал, что нет. Мы пойдем на принцип, мы пойдем на конфронтацию с обществом. Я еще тогда сказал, что рано или поздно вам а, придется стрелять народ, б, в конечном итоге кончится война. Ну вот оно-то, собственно, так и происходит. Ну, может, я там был слишком оптимистичен, думал, что это раньше начнется. Хотя 14-й год уже война началась. По большому счету. Вот, поэтому Путин совершает ошибки, он не может их не совершать. И он их будет совершать по одной простой причине, что он находится в положении в шахматах, как называется, цугцванг, да? Когда ходы делать надо, а каждый ход ухудшает текущее положение. Вот это цугцванг. Путин находится в состоянии цугцванга, и, наверное, он уже будет находиться в этом состоянии до своего конца, до конца своего режима, до конца своей политической жизни, а может быть, это все совпадет с другими какими-то событиями в его жизни или там окончанием его жизни. Не знаю. Но в любом случае он находится в состоянии цугцванга, и хороших ходов у него нет. Делая любые ходы, он совершает ошибки, продолжает совершать ошибки. А вот этот мятеж Пригожина и слабая реакция власти на него, по вашему мнению, насколько увеличила возможность новых мятежей, новых военных бунтов, военного переворота, и кто его может совершить? Он Гиркин, например, призывает к новому походу. Нет, уже нет. Но у Гиркина сил нет. Но за ним кто-то стоит. Нет. Вот смотрите, у Пригожина было эксклюзивное положение. Такого Пригожина больше в России нет. Пригожин это был смотрящий, главный смотрящий от Путина за этой частной его личной армией. Вот. Который имел эксклюзивное положение, которое действовало за пределами закона, которое действовало при личной полной поддержке и содействие Путина, который щедро финансировал, который щедро подготавливался, экипировался, вооружался и так далее и тому подобное, ей было позволено все. Такой военной группировки больше не будет. Армия в достаточной степени деморализована. Она, конечно, может взбунтоваться, но это все-таки будет стихийный бунт, который не такой опасный, как был, так скажем, мятеж или недомятеж Пригожина. Просто, ну, какие-то другие могут варианты быть. Могут дворцовые. Знаете, подушкой могут придушить. Или там что-то такое еще случится. Всякое может быть. И поэтому вот сейчас повторение военного мятежа я не вижу в этом возможности никакой. На мой взгляд. Я могу ошибаться. Я не чувствую страну так, как, допустим, если бы я там находился в Москве и понимал, что происходит на соседней улице. Вот. Но в целом я понимаю, что вот такой эксклюзивный бунт, он невозможен. А что могут придумать элиты для того, чтобы избавиться от токсичного Путина, который лишает их настоящего будущего, это уже другой вопрос. Это вопрос к ним. Я-то лично только могу сказать, приветствовать любые попытки той части элит, которая, и они получат индульгенцию, они получат все что угодно, которые, так сказать, приведут Путина в Гаагу, я так условно говорю.
А уж что там они сделают до Гаги там, или вместо Гаги, это их право или это их решение. Я не кровожадный вовсе. Мне бы, например, очень хотелось, чтобы Путин сам живым отвечал на все вопросы следователей в Гаге, на международном трибунале. Ну как, а дальше как получится. Дальше уже, так сказать, не в моей-то власти. Да, Геннадий Владимирович, вы сказали, что ЧВК «Вагнер» была частной армией фактически самого Путина, правильно? Да, да. А теперь, получается, он ее... Он ее создавал, он ее вооружал, он ее экипировал, он ей позволял все, что угодно. Он запрещал расследовать любые нарушения закона и преступления, которые совершал «Вагнер». Но обратите внимание, что там Краснов, генеральный прокурор, возбудился только в день путча. А что, он не видел, сколько там нарушений законов путинских вот этих вот? Да там просто целый букет. Просто, так сказать, коллекция огромнейшая, широкая коллекция нарушений всевозможных путинских законов. Видел. Следственный комитет что молчал, как воды в рот набрал. Да? Почему? Потому что команда была молчать и не вмешиваться. Все, это как бы мое, и вы туда не лезьте. Ну, вот так они примерно и жили до какого-то определенного момента. Да, пока его частная армия против него же не взбунтовалась. Вот скажите, если теперь ЧВК «Вагнер» в немилости, в изгнании частично в Беларуси... Она взбунтовалась против Путина, давайте по-честному. Она взбунтовалась не против Путина, она взбунтовалась против попытки ее уничтожить, ее расформировать, попытки ее лишить вот этой эксклюзивности. И адресат бунта был один, Владимир Владимирович Путин, который не захотел позвонить Пригожину, с ним договориться. Там Лукашенко справлял ситуацию, потому что он понял, что его, так сказать, скинут гораздо раньше, чем Владимира Путина. И задергался по полной программе. Мятеж не был направлен лично против Путина. У Пригожина не было в планах взять власть, стать там царем, президентом, кем угодно, верховным диктатором. Не было, абсолютно, мы это видели. И даже там, начиная этот бунт, он говорил, что да, вот я там сейчас разберусь с Герасимом Шойгу, с этими козлами, а вот все остальные козлы могут спокойно себя чувствовать, работать, там, администрация президента, правительство, администрация и так далее. И это было видно по его действиям. Ну, вошел он в Ростов, ну, посидел на заваленке, пообщался с Евкуровым, там, еще с другим генералом. Дальше пошел, ничего не захватил, ничего не поменял, не настаивал ни на сменах власти, ничего. Ну, вот шел и шел себе. Пока там ему не позвонил Лукашенко и сказал: «Женя, завязывай. Мне Путин сказал, что все нормально, с тобой договоримся». Ну, собственно говоря, так и, наверное, и было. Может, я там упрощаю ситуацию. Но в целом она выглядит вот так со стороны примерно. А ну, на какую вот, из частных... Скажите, пожалуйста, Путина. Геннадий Владимирович, а на какую теперь, на какую из частных армий, которых в России много, а на какую из них теперь Путин может или будет опираться? Частные военные компании есть у «Газпрома», там у Золотова, у Шойгу. Ну, пока сложилось впечатление, что он ставит на Росгвардию и Золотова вопрос своего физического выживания, нет? Ну, возможно, он ставит, наверное, в первую очередь на ФСО. Все к ФСО ближе, и он ставит там на какую-то определенную часть ФСБ, что он, видимо, ставит на Виктора Золотова, но точно не ставит на одну карту. Он не кладет все яйца в одну корзину. Но не в этом дело, что никакой больше частной армии не будет. А все эти армии там «Газпрома» — это не для войны. То есть больше частных армий, сохраняющих, имеющих боевой потенциал, в России больше не будет. Потому что, ну, понятно, что это очень опасно оказалось. Что когда там, сказать, там поругались Иван Иванович, Иван Никифоровичем, оказалось, что это очень опасно для власти. Поэтому никаких больше боевых армий, обладающих реальным потенциалом, не будет. А все эти «Газпромовские», вся эта хрень собачья, которая там создается в этой мутной воде, она создается для защиты своих хозяев. Чтобы в критической ситуации было на кого положиться, чтобы там кого-то, так сказать, там не спороли живот или там не повесили раньше времени. Примерно вот так. То есть эти армии не для войны, эти армии для охраны чьих-то шкур высокопоставленных, вот я бы так сказал. Поэтому здесь не надо думать, что какие-то частные армии, которые будут вкладываться в победу или там поражение, или там введение боевых действий. Этого не будет. Это не будет. И я думаю, что сейчас процесс этих армий сильно приостановится, их потенциал сильно уменьшится, контроль за ними сильно возрастет, потому что Путин будет бояться переворота.
А что, по вашему мнению, будет, собственно, с ЧВК «Вагнер»? Вот сейчас новость. ЧВК «Вагнер» остановила набор наемников. Плюс мы знаем, что в Беларуси, если это правда, якобы палаточные лагеря, то есть они туда передислоцируются. Ваш прогноз по поводу будущего ЧВК «Вагнер»? Нет у него никакого будущего. Нет и не будет никакого больше ЧВК «Вагнер». В том виде, в каком он существовал. Имея все права и полномочия, имея неограниченное финансирование, имея там автономию, имея возможность делать все, что они хотели, больше этого не будет. Но ЧВК может... Ну все, история ЧВК «Вагнер» закончилась там в прошлый понедельник. Вот она закончилась. Сейчас только там, как говорится, какие-то вот разгребают последствия этой истории, но не более того. Больше ничего не будет. Они куда-то там, кто-то останется воевать, кто-то уйдет в запас, кого-то арестуют, кого-то, так сказать, подставят, кого-то еще что-то. Но ЧВК «Вагнер», да, все, на нем ставите крест. История закончена, история состоялась. Геннадий Владимирович, ну и не можем напоследок не спросить об анонсах российских пропагандистов террористического акта, который якобы Российская Федерация планирует совершить этой ночью, подрыв Запорожской атомной электростанции. Как вы считаете, насколько реалистичны такие прогнозы? Может ли Путин, ну, возможно, для там, усиления своих там, каких-то своего реноме, да, тирана, сатрапа и полудурка, сотворить такое? Нас его сильно не предупреждают, раз какой-то жесткой международной реакции нет, раз нет никаких прямо таких наотмашь жестких предупреждений, может. А почему нет? Шпана? Шпана смотрит, что можно делать. Реагирует только на силу. Нет ни правил, ни ответственности. На отмашь жесткие предупреждения могли быть уже получены по закрытым каким-то каналам? Могли, но они должны были подтверждаться в публичной сфере, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Но я полагаю, что в публичной сфере должно было что-то появиться. Потому что когда, не дай бог, это произойдет, и правительство будут оправдываться западные, что мы там через какие-то каналы секретные, тайны посылали мы сигналы в виде, так сказать, там каких-то иероглифов, сплетений, так сказать, там каких-то квестов, они не оправдаются. Поэтому я считаю, что помимо того, что если бы, допустим, они предупреждали тайны по каким-то каналам и говорили, что наотмашь, да, но в демократическом мире так не делается. В демократическом мире надо получить поддержку населения, предположим, для применения той же силы. В ответ на безумие Путина или любого другого диктатора. Я думаю, раз в публичной сфере ничего не произошло, не состоялось какое-то заседание Совета Безопасности, не состоялось каких-нибудь демаршей, заявлений глав ведущих демократических государств, ну, наверное, люди считают за рубежом, что все-таки Путин на это не пойдет, как там сказал Институт войны, по-моему, что типа нет ни одного плюса, который могла бы извлечь из этого Россия. Господа, это не является основанием для несовершения этого преступления, что у него в России нет никакого плюса. Да Путину плевать на эти плюсы и минусы. Вы просто не можете понять его психологию, что это человек, который... А какой был плюс от вторжения в Украину? А какой был плюс от зверств, совершаемых российскими оккупационными войсками? А какой был плюс, допустим, там присоединение этих дурацких территорий, там проведение референдума, когда там Путин с этими клоунами на сцене что-то там пожимал руки и там надувал щеки? А какой был плюс там Конституцию менять? Да никаких плюсов. Просто мы не понимаем логику вот этого отмороженного старика, больного, на голову на все, который там правит Россией, захватив не власть. То, что нет плюсов, не является причиной, основанием, поводом, что он этого не сделает, к сожалению. Я думаю, что Запад до конца этого пока еще не понял. Но будем надеяться, что все-таки, будем, давайте надеяться на лучшее, да, что все-таки какие-то, так сказать, там данные у западных разведок, у западных правительств есть, которые, может быть, ну, скажем так, могли бы нас успокоить, если были бы оглашены. Будем надеяться, давайте, вот на то, что все-таки каким-то образом удалось получить информацию, которая свидетельствует об исключении произведения такого страшного теракта с атомной электростанции. Только вот на это остается уповать и надеяться.
Будем надеяться. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам, что нашли время для включения. Геннадий Гудков, российский политик, оппозиционер, был в прямом эфире телеканала Freedom.